По сообщению Ямальского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, накануне в Муравленко зарегистрирован первый случай заражения COVID-19. Ситуацию прокомментировал главный врач городской больницы Олег Казаков. Заболевание у инфицированного было выявлено в результате проведенного тестирования, как у приехавшего из другого региона. Болезнь протекает в легкой форме. Пациент находится на домашнем лечении в режиме строгой самоизоляции. В настоящее время состояние его удовлетворительное. В медикаментозной терапии специализированной он не нуждается. Каждый день его контролирует амбулаторная служба. Осматривают его, делают специальные измерения температуры, пульсовую оксиметрию. Круг контактов пациента был установлен. Все они находятся под наблюдением.